Традиционно визит в район Станислав Воскресенский совмещает с посещением учреждений здравоохранения. В Фурманове получилось познакомиться сразу с несколькими направлениями работы медиков. В Центральной районной больнице базируется структурное подразделение областной службы крови. Учреждение прошло два этапа модернизации. Специалисты трудятся на современном лабораторном оборудовании. Мы являемся крупнейшей станцией по переработке плазмы для фракционирования. Заготовка препаратов крови производится у нас. Антирезусный, альбумин, антирезусный иммуноглобулин, габриглобин знаменитый наш для внутривенного введения при тяжелых заболеваниях, очень широко используется, и другие препараты. И мы, в общем-то, первые в России по мощности, да, мы самые крупные. Здорово, интересно. Женская консультация тоже переехала в отремонтированное помещение в 2015 году. Смотровые выполнены на манер столичных гинекологий. Это отдельная зона сразу на два кабинета. Потоки пациентов не перекрещиваются. Один врач принимает утром, другой принимает вечерние часы. И поэтому очень удобно для врачей, для пациентов, что эта смотровая находится не рядом со столом доктора. В детской поликлинике день здорового ребенка, поэтому и многолюдно. Всего учреждение обслуживает 7454 ребенка. Руководство рассказывает, дефицита кадров нет. Требуются только участковые педиатры, но летом вакансию планируют закрыть. Сейчас в настоящее время АБУС Фурманской ЦРБ заключила договор с двумя специалистами молодыми. Это врач-терапевт участковый и врач-педиатр участковый. 1 августа они приступают к работе. Губернатор все же обратил внимание на наличие небольшой очереди на прием к специалистам и посоветовал более грамотно распределять потоки пациентов, чтобы малышам и их родителям не приходилось долго ждать. Елена Белова, Денис Денисов, РТВ Иваново, Фурмановский район.